После небольшого перерыва хоккей возвращается в Бобруйск. Официально. Местная команда прописку не сменила, продолжает свое выступление в высшей лиге. Начало нового сезона получилось смазанным. Два подряд поражения от могилевских хоккеистов. Начало сезона очень нестабильно идет. Там тоже счет не по игре. Из первых два периода в Могилеве, что в первой, что во второй игре, была хорошая игра. Было много моментов, которые можно было реализовывать и выходить вперед. Но это не шло. Пару пропущенных ненужных голов, руки опустились. Ну, надеюсь, это последняя игра была, где опустились руки. В остальных играх будем играть по-мужски, с характером. 6 сентября «Бобры» вернулись на домашний лед и сразу победили. В гости залетел «Авиатор» из Барановичей. Наши парни уничтожили приезжих хоккеистов 6-1. Сегодня повторный поединок. Вторая игра, сценарий схожий. Бобручане атакуют, летчики отбиваются. Но, как ни странно, счет в матче открывают гости на 5-й минуте. Паритет восстанавливает Городников. После «Авиатор» вновь выходит вперед. В начале второго периода Васильев сравнивает цифры на табло. Дальше отличаются исключительно хоккеисты в черно-красных джерси. Лукомский, Семенько, Городников. Последний оформляет дубль. Третья 20-минутка проходит под диктовку «Бобров», но хромает реализация. Финальная сирена. 5-2. Местные спортсмены побеждают. Должны были реабилитироваться после неудачной серии выездной. Поэтому выполнили все, что просил от нас тренер, и удалось победить. Установка была придерживаться командным действиям, максимально навязывать свою игру. Вот, и реализация моментов, что, конечно, что в первой, что во второй игре, это далеко наш не сильный компонент. «Бобруйск-2» в это межсезонье обновился. Смены произошли и в стане руководства. Хоккейный клуб возглавил Сергей Белозарович. На этом посту он сменил Александра Расина. Что касаемо сезона. Задача стоит – показывать классную игру и подняться как можно выше в турнирной таблице. По меньшей мере улучшить прошлогодний результат. Максим Кембель, Максим Галионко, «Бобруйск-360».